Господом, дорогі брати та сестри, хочеться всіх нас привітати словами нашого Господа Ісуса Христа «Мир вам! Хай мир Господній наповнює завжди-завжди наші серця! Адже тільки в Ісусі Христі, тільки в Ньому ми маємо мир. І в сьогоднішній вечір ми зібралися, щоб разом поклонитися нашому Господу Ісусу Христу. Так, ми не разом в спільності, в домі молитви, але ж ми разом в дусі. І хочемо поклонитися тому, хто прийшов на цю грішну землю, тому, хто прожив святе життя, даючи приклад для всіх-всіх людей, для всіх поколінь, і віддав своє життя для оправдання, для покриття гріхів всіх людей. І Він також воскрес для нашого оправдання. І хочемо сьогоднішній вечір ми разом поклонитися Йому, згадавши Його страждання і смерть. Він переможець. Я хочу прочитати перед початком нашого служіння об'явлення Івана Богослова, 5 розділ, 12 вірш. Такі слова: «Достоїн ти, Агнець, що заколений, прийняти силу і багатство, і мудрість, і міць, і честь, і славу, і благословіння». Насправді наш Ісус Христос достоїн. І ми хочемо приєднатися до тієї слави, яку воздають Йому ангели і всі святі на небесах. Хай нашому Ісусу Христу і в цьому незвичайному служінні, в поклонінні Йому буде слава. Давайте ми разом звершимо молитву. О Господь і Бог наш, ми поклоняємося Тобі і дякуємо за всі Твої милості, якими Ти нас наділяв до цього часу. Ти дарував благодать Твою кожен день нашого життя і даєш ці благословенні хвилини, коли ми можемо доторкатися Твого святого імені, через читання і слухання Слова Твого, через згадування того, що Ти, Ісусе, зробив для нас, будучи на землі. Слава Тобі! І ми хочемо, Господи, і в цей вечірній час поклонитися Тобі, згадавши цей подвиг, який Ти звершив заради нас, нашого спасіння. Благослови кожного, хто буде дивитися і слухати і це служіння, щоб кожен із нас міг наповнитись благодаттю Твоєю. Скажи, будь ласка, нам слова Твої, для того, щоб ми могли наповнитись Духом Твоїм Святим і знову проникнутись любов'ю Твоєю, яку Ти проявив до нас, грішних людей. Тобі, єдиному живому Богу, хай буде слава на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, якщо ви бажаєте з нами співати, будь ласка, відкрийте збірники. Я думаю, в кожного є збірники вдома. Це зелені, євангельська пісня номер 198. «Там далеко колись».
Дорогие и возлюбленные Господом братья и сестры, приветствую вас всех, кто нас видит и слышит словами драгоценного нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Мир вам! Откровенно скажу, что очень жаль, что вас сегодня не хватает здесь, что вы не в доме молитвы. Никак нельзя привыкнуть жить без общения, служить без общения Господу, никак не привыкнуть. Но в Духе Святом, особенно в этот именно страстный четверг, мы будем вместе, я в это верю. Прибудем в молитве в этот день особо, о своем духовном состоянии, а также о важности тайной вечери дорогого нашего Спасителя, который пожелал с любимыми учениками совершить перед своими страданиями трапезу Господню. Такового воспоминания именно, как сегодня Великий Страстный Четверг, за все годы жизни я не помню, но и это не без воли Его. Прочитаем Слово Божие, Евангелие от Луки, 22 глава, из 7 стиха и еще некоторые стихи. «Настал же день опресноков, в который надлежало заколоть пасхального агнца. И послал Иисус Петра и Иоанна, сказал: пойдите, приготовьте нам есть Пасху. И они пошли и приготовили. И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока не совершится в царстве моем. Все приготовили Петр и Иоанн, как поручил Иисус, горницу пространную, устланную, светлую горницу. Кстати, кто был в Иерусалиме, и я был некогда с братьями, когда мы зашли в эту комнату, хотя это может быть и не та комната, но она очень напомнила нам о том, что написано здесь. И мы в благовении, там уже на пороге, стали на колени. На этом пороге, в этой горнице Иисус перед своими страданиями за несколько буквально часов он возлег и совершал Пасху еврейскую. В древние времена евреи помазывали перекладину дверей и оба косяка дверей кровью агнца. И ангел-губитель, он проходил мимо, потому что видел знак крови. В книге Исход читаем в 12 главе. Да, действительно, что они постоянно совершали, евреи, именно в день свой, своей Пасхи, в знак того, что через смерть они получили свободу и избавление от смерти и наказания. Еще пророк Иеремия в свое время говорил пророческое слово об этом, именно об этом великом четверге. Вот наступают дни, говорит пророк, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их. Иеремии 31 глава, 31 стих. Господь Иисус Христос сам приносит себе в жертву и устанавливает образы
Нового Завета. Это в хлебе они заключаются и в вине. Это большое, братья и сестры. Это чрезвычайное именно событие. И взял хлеб, сказал он, и благословил, преломил и подал им, говоря, «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите мое воспоминание». Так же и чашу после вечери, говоря, «Сия чаша есть новый завет моей крови, которая за вас проливается». Это необыкновенное богослужение. В нем именно открытие тайны Нового Завета. Посему Христос, апостол, и Павел пишет, посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Потом прибавил, вот иду исполнить волю твою, Божия, отменить первое, чтобы восстановить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. Послание евреям, 10 глава. И именно с этого вечера уже не тень Ветхого Завета, нет и нет, не прообраз, нет, но реальность именно начинается, настоящая реальность, приходит сам Агнец Божий. А в пятницу, когда в Иерусалиме евреи заколали Агнца, когда лилась кровь, Иисус, наш драгоценный Господь и Спаситель наш, Он был распят. В смерть Его, в великих мучениях и страданиях, высокую цену Он платит за спасение рода человеческого. Именно в этот момент, когда Он был распят, разрывается завеса в храме. Прекращено левитское служение, то есть было исполнено то, на что прообразно указывала еврейская Пасха. И Слово Божие говорит, апостол Павел в первом послании к Коринфянам говорит в 5 главе 7 стих, «Ибо Пасха наша, Христос заклан за нас». Итак, мы вспомнили эти моменты жизни Иисуса Христа, Его последние слова. Они так дороги были для учеников, они так дороги и для нас, когда Он вспоминал, наставлял, благословлял, когда им завещал, что очень хочу здесь разделить с вами Пасху, и очень трапезу эту хочу разделить царствие своем. Я завещаю вам. Вы будете на 12 престолах. Он о них молился, наставлял, рассказывал, благословлял. Я хочу в заключении остановиться на событиях наших дней. События последних месяцев именно привели весь мир в шок, в стресс, панику, а особенно страх по поводу коронавируса. Страстную неделю. И у учеников Иисуса Христа тоже были переживания, тоже были некоторые вопросы, которые были неясны. Они задавали ему, они задавали друг другу. Были некоторые очень трудности среди них. Вопрос не я ли очень важный был, когда предсказывал Христос, а когда сбудется то, что ты предсказал? И этот вопрос был у них. А также, на что Иисус Христос сказал, на все их понимания, некоторые разногласия и тревоги их, которых сегодня так много, чрезмерно много, Он сказал им, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще
не конец. Евангелие от Матфея, 24 глава, 6 стих. Он сказал, не бойтесь. И слово «не бойтесь» где-то подсчитывали около 365 во всем Писании в Библии. Может, так все и предусмотрено Господом на каждый день для нас, в нашей жизни, на весь год, на каждый день сказано нам, уверенно не бойтесь, бодрствуйте и молитесь. Да, действительно, что, как Писание говорит, не спешите колебаться умом. Было время, в свое время, я скажу, что для тех, которые переживают и смущаются, что закрыты молитвенные дома, то я хочу сказать, что в свое время закрывали молитвенные дома, забирали, разрушали их, но церковь устояла, укрепилась в вере, Иисус Христос, Бог, был прославленный. И сегодня тоже у нас есть много вопросов. Мы видим, что лидеры всего мира, ученые, знаменитые специалисты, лучшие умы планеты, с новейшей технологией, которая есть сегодня в мире, оказались абсолютно бессильны перед микроскопическим вирусом. Наш Бог велик. На основании Слова Божьего и многого пережитого хочу ободрить, друзья дорогие, всех вас. И так написано, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние, терпение. Нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Ведь еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Послание апостола Павла к евреям, 10 главе, 35 стих. Будем стоять в вере, все преодолевая силою возлюбившего нас Господа Иисуса Христа. Господние шаги уже слышны. Церковь Христова и все человечество вошли в фазу последнего времени. Наше дело – это быть готовыми к встрече с Господом. Быть теми, которые хочет видеть наш Господь в чистоте и святости, верности Его Слову и служению. Пусть Божья слава, небесное благословение и радость наполняет всю нашу жизнь, каждое сердце и каждую семью мы благословляем именем нашего Господа и Спасителя. Он поистине умер, но не воскрес для нашего счастья, для нашего оправдания, для нашего спасения. Да благословит Господь всех вас сегодня Бог наш. Пусть Божья слава, небесные благословения и радость наполняет всю нашу жизнь. Будем молиться. Господи Боже наш, Владыка, Царь царей, Творец неба и земли, благодарим Тебя за Твоего возлюбленного Сына, который согласился прийти на эту греховную землю для того, чтобы взыскать и спасти погибшие, чтобы спасти меня и каждого из нас. Благодарим Тебя за новый завет, который Ты установил, за эту величайшую тайну благой и радостной вести, которой с радостью мы несем в этом мире и желаем возвещать до самой смерти. Господи Боже, благодарим Тебя за Твою победу над вирусом греха и беззакония, даровавшим свободу, радость и спасение. Умоляю Тебя за каждого из нас. Молю Тебя, Иисус, удостой нас всех в свое время, Господи, и в Царстве Твоем. Склониться у ног Твоих, разделить трапезу победы Царю царей,
владыки, и прославить Твое драгоценное имя. Аллилуйя и слава Тебе, честь и поклонение. Бог наш, Отец, Сын и Дух Святой. Амінь. Дорогі брати і сестри, а також всі, хто сьогодні слухають нас, ми як церква не можемо зібратися всі разом, але ми всі разом Духом Святим можемо прославляти Його, прославляти нашого Спасителя, який постраждав і помер за нас. Хоч не разом тілом, але разом Духом. Давайте сьогодні в цей особливий вечір, коли ми згадуємо страждання і смерть нашого Спасителя, разом заспіваємо пісню «Яка глибока є любов Отця до нас безмірна». В этот час, когда мы вспоминаем это очень важное событие, когда Христос с учениками своими совершал Тайную вечерю, перед своими страданиями, перед тем, как идти на эту великую жертву, Он с учениками своими совершал хлебопреломление, то есть совершал то, что Он говорит –
то есть хлеб это тело моё, и кровь и вино это кровь моя за вас проливаемая. Это самое важное событие в истории человечества, потому что этим путём Христос принёс избавление человеку от смерти и даровал жизнь и жизнь вечную. И я хотел бы в этот час вот напомнить то важное событие, что совершил Иисус Христос ради нашего спасения. В этот час мы смерть Христову вспоминая, пойдем туда, мой брат, конечно, и сестра, где умер Христос, настрадая, к кресту пригвожденный распят. Посмотрим и в сад Гефсиманский мы с вами, где пышно деревья растут, так низко обвитши ветвями, как будто прощальную песню поют. А там под ветвями, склонившись, припавший до самой земли, Христос наш кровавыми каплями пота обливший взывает: «О Боже, молитве моей ты внемли! Пусть чаша страданий, Отец мой, минует меня, но воля пусть будет твоя!» И дальше страдальческий крест он понес. Вот сад Гефсиманский огнем озарился, Иуда предатель с толпою идет, и лицемерным обзанием врагам он Христа предает. Нет, не врагами он предан, а другом любимым своим, которому денежный ящик был отдан, но жадность, как призрак, ходила за ним. За звон серебра он предал Христа, с которым так много ходил. Он видел могучие Божьи уста, Христос наш, которыми чудо творил. Предан Христос, и к первосвященнику его повели, чтобы устроить допрос. Но на Христа обвинений они не нашли, и, наздевавшись досыта, из зависти только решили его погубить. Подобравшись, свидетели ложных пред Пилатом старались его обвинить. «А если его не осудишь, — грозно кричала толпа, — то другом кесаря уж не будешь, а будешь врагом навсегда. Боясь за свой титул и сан, Христа он на смерть осудил, омывший в невинности руки свои его пред народом избил. Крестной смерти Христос осужден, тот, кто был без порока греха, а ворова, разбойник, прощен, зло лишь в жизни творил он всегда. На Голгофу его повели, крест, возложивший тяжелый на плечи, издевались над ним, как только могли, а он все шел, что было мочи. И там между небом и землею повис наш Христос, кресту гвоздями пригвожденный, венок терновый, как бы врос в его чело толпою награжденный. За что? За что такое поношение несешь, Творец, Создатель всех миров? Какое совершил ты преступление, что удостоился таких даров? Но до конца он возлюбил свое творение, погрязшее в пучине греховных страстей, и кровью своею принес искупление от смерти ужасных цепей. Теперь ты спросишь, брат, за что тебя ругают, за что тебя клеймят, позором обливают? Учитель так сказал, что раб не больше господина. Меня неправедно мергнал, и вас постигнет та година, година тяжких испытаний, и руки наложат на вас. Примите много вы поношений, все это пусть будет свидетельство вам. А на земле наш путь тернист, и камнями усеян он, но со Христом всегда он чист, и с ним всегда легко. Пусть убивают наше тело, души же повредить нельзя. С Христом идем мы смело, а Он, как путеводная звезда, ведет туда, где нету смерти, в ту небесную страну, где нет слез и нет насилия, и поют там песнь одну, песнь любви и песнь свободы, вечно в царстве Христа славят все его народы кровью, омытые с креста. Амінь. Сьогодні незвичайний вечір. Ми згадуємо страждання і смерть.
нашого Господа Ісуса Христа, як ми вже чули, Його останнє перебування з учнями. Але ж це було не останнє. Так, в тій горниці Він був останнє на цій землі знаходячись. Але Він сказав, що не покину і не забуду вас, і не тільки до учнів своїх. А Він це говорив і для нас, живучих в сьогоднішні дні, щоб наше серце наповнилось радістю спасіння, яке подарував Господь наш Ісус Христос. Ми читаємо, в Старому Заповіті дуже багато було звіщено про Ісуса Христа, про Його страждання і смерть. Особливо, коли ми читаємо пророка Ісаї, 53 розділ. Ми читаємо пророка Даніїла, де конкретно пророку було відкрито, коли навіть відбудеться те спасіння, приготовлене Богом для людства. В 9 розділі, який взагалі заборонений для читання і вивчення єврейським раввінам. Але він відкритий для нас. Це книга пророка Даниїла, 9 розділ, 23 вірш. «На початку молитов твоїх, коли вийшло слово, і я прийшов об'явити його тобі, бо ти улюблений, і приглянься до цього слова, і придивися до видіння». 70 років тижнів призначено для твого народу та для міста твоєї святині, аж поки переступ буде докінчений і міра гріха буде повна, аж поки вина буде спокутувана і вічна правда приведена, аж поки будуть потверджені видіння і пророк, і щоб помазати святеє святих. Та знай і розумій, від виходу наказа, щоб вернути Ізраїля і збудувати Єрусалим аж до владики Месії 7 тижнів та 62 тижні. І вернеться народ, і відбудований буде Майдан і вулиця, і то буде за тяжкого часу. І по тих 62 тижнях буде погублений Месія, хоч на ньому не буде вини. А це місто і святиню знищить народ володаря, що прийде, а кінець його, як у повені, і аж до кінця будуть війна і гострі спустошення. Як я вже сказав, євреям заборонено торкатися цього питання під прокляттям. Але ж ми, віруючі люди, які прийняли Господа Ісуса Христа, читаємо це, і нам ясно показано, що Месія вже прийшов. Він виконав те, що мав виконати, взяв на себе гріхи всього людства, і він був погублений, як і відкрито було Даниїлу. І ми маємо тепер радість. Радість спасіння, незважаючи на те, що відбувається навкруги нас, що ми живемо в такий дуже небезпечний час. Але Господня рука є над нами. І Його мир, Він супроводжує нас. На превеликий жаль, ми не зможемо видимими знаками згадати в сьогоднішній вечір страждання і смерть нашого Господа Ісуса Христа. Але ми духовно звершуємо це, дивлячись на той образ, який залишений для нас в Слові Божому. Хай Дух Святий наповнить кожного в цей вечір. Для нас це не закінчення. Тому що ми знаємо, що Ісус Христос воскрес, і як Бог дасть життя, через декілька днів ми будемо згадувати і зустрічати це велике свято, свято Воскресіння. Тому що Ісус Христос, Він живий. І Він воскресив нас для нового життя. Так наше серце наповнюється жалем, печалем по тому, що Ісус Христос прийняв такі страждання і смерть. Але ж Він і воскрес. Потрібно було це звершити. Не знайшлося заміни Сину Божому.
І за це слава нашому Господу Ісусу Христу, нашому Отцю Небесному і Духу Святому, який наповнює нас і в сьогоднішній вечір. Давайте ми в заключення іще помолимося, подякуємо Господу за цей великий-великий дар, дар спасіння в крові Ісуса Христа. Якщо Господу буде угодно, ми будемо мати зібрання в неділю о 10 годині ранку. А зараз схилимо наші голови і подякуємо Господу в наших молитвах за той превеликий дар, який Він подарував для нас. О Боже вічний, ми ще і ще раз преклоняємося перед Тобою і дякуємо за те, що Ти звершив наше спасіння не по нашим заслугам, а тільки по Твоїй великій милості і любові. І дякуємо, Господь, за те, що Ти приближуєш нас і через такі обставини до себе, що ми маємо зараз більше часу проводити в молитвах, більше часу в общині зі Словом Твоїм. Господи, дякуємо Тобі за ці такі скрутні обставини. Благослови кожного, цінувати тим часом, який Ти даєш. Господь, і також просимо, щоб Ти захистив і допоміг кожному дитяті Твоєму. Збережи від хвороби, збережи, Господь, від всяких нещасних випадків. І наша молитва не припиняється за країну, в якій ми живемо, за президента і за уряд. Нехай милість Твоя свята наповнює і їх, і Дух Твій Святий наповнює їх, щоб вони приймали правильне рішення, щоб вони знали, що вони роблять. Господи, дай їм мудрості і страх Твій Святий. І також молим за тих, хто захворіли, щоб і цим самим Твій стук відбувся в їхні серця, щоб вони примирилися з Тобою. О, Господи, ми просимо і умоляємо Тебе, щоб ніхто з них не загинув, а досягнув вічності. О, Боже, змилуйся, змилуйся і благослови покаянням ще багатьох-багатьох цей такий скрутний час. Все це просимо в ім'я Ісуса Христа. Будь серед нас і будь з нами, і будь нашою охороною. І хай ім'я Твоє буде благословенне на віки вічні нашого Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Там далеко колись